Давай, пятая пчела. Есть, отлично. Следующая пчела 10 тысяч будет стоить. Что за крики здесь, э? Это орёт. Паук. Ну, есть, отлично. Бомбер-би, новая пчела какая-то у меня появилась, ребят. Всем привет, ребятки, я на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, и мы сегодня поиграем с вами в Roblox, это симулятор пчеловода, по-моему, так называется карта. Так, в общем, вкратце расскажу, что здесь делать, кто не играл. У нас есть пчелы, у нас есть вот такие рюкзаки, и у нас есть инструмент, с помощью которого мы... Так, это что такое? Ух ты ж, что себе у меня какие-то... Это что такое? Что-то могу сделать... Ладно, с этим разберемся чуть попозже. В общем, наша задача — собирать пыльцу. У меня есть вот инструмент, лопата какая-то. И пчелы еще летают. У меня сейчас 3 пчелы пока, у них 3 уровень. Я вот не знаю, правда, ребят, как им уровень повышать и как вообще других пчел зарабатывать. Кто играл в этот режим, напишите, пожалуйста, в комментариях, как это делать. Здесь нападают у нас вот пауки всякие. Смотри, первый уровень, и мои пчелы меня защищают, получается, они дерутся с ним, смотри. Бах-бах, они ему отнимают, вот потихоньку, сейчас развалят, все. Плюс 50 хани мы заработали за уничтожение, я так понял, этого паучка. Сейчас заполним быстрее, пойдем, все, у меня полный рюкзак, побежали, пыльцу отнесем. Вот это что-то тут, это тут тикеты какие-то непонятные. Тут можно задонатить, ребята. Ставьте лайк, если вы хотите, чтобы я в следующем видео задонатил. И тут можно купить каких-то... Где тут магазин? Вот. За 100 робоксов можно купить какие-то крутые яйца. Пчела какая-то, смотри, ничего себе. Вот, Diamond Edge. 400 робоксов стоит. Ну, я думаю, хотя бы серебряную, что ли, пчелу попробовать купить. Серебряное яйцо. Потом это яйцо в сот ты размещаешь сюда. Так, давайте таскайте пыльцу. Сот ты размещаешь... И оттуда вылупляется, получается, пчела. Это 10 тысяч сейчас. Так, нет, я хочу инструмент. Вот этот, так, вот этот стоит 14 тысяч. Нет, давайте вот этот за 5500 купим. Во, отлично, магнит. Магнит купили, и что теперь? Как мы с магнитом теперь будем добывать? Давай смотреть, как он добывает. Ох ты, по 12, по 20, вот это да, вот это крутяк. Вот это круто, смотри, как мы быстро можем добывать. А тут сколько? 18, 20, 14. Крутяк, смотри, мы быстро вообще. Сейчас надо, короче, зарабатывать денег. Это что такое? Что за звуки такие? Так, сколько я тут забываю? Вот здесь вообще хорошо, смотри, быстро как у меня пополняется. Ух ты, медвежонок что-то хочет. Смотри, давай к нему, сейчас я заполню свой рюкзак. Вот, отлично. Так, это там летает у нас. Так, поговорить с медвежонком, что тут он говорит? Типа, ты там выполнил левел второй, та-та-та-та-та-та. Это какие-то квесты, плюс 250 хани он мне дал денег. Мани, хани, видимо так. Вот у чувака пятый какой-то левел там еще. Непонятно, короче, как вот эти левелы. Я даже не знаю, как у меня третий левел у пчел появился. Он как-то сам собой произошел. Мы просто бегали, таскали. Там сражались с пауками, и бах, мне сразу третий левел всем пчелам дали. Причем у одной пчелы просто был первый левел, и сразу третий дали. Так, ну что ж, пошли покупать рюкзак. Так, вот это 5500, а это 22 тысячи. Нет, вот это за 5500 давай покупаем, отлично. Ух ты, 3,5 теперь тысячи можем за раз, прикинь, таскать. Вот это круто. Это круто. Так, у меня 850... Денег мало, короче, мало. Давай наверх попробуем залезть, а? Там, по-моему, мне кажется, сейчас вообще очень много будем собирать. Очень много пыльцы за раз будем собирать, давай. Ах, и пауки, да. Вот, отлично, а тут быстро. Тут быстро. О, еще что-то здесь. Что вам надо? Ушли. Давайте, пчелы, бейте их. Я пока собираю, а вы бейте. Вот, отлично. Отлично, быстро. В принципе, быстро наполняется рюкзак. Зато сразу, прикинь, 3500. Давайте бейте. Есть, одного уничтожили уже, что ли? Да, похоже, одного уничтожили паучка. Давайте, сражайтесь. О, отлично, отнимает по одному дамагу. Все, отлично, уничтожили. Так, 96. Ох, как же долго они будут таскать. Как же долго они будут таскать, ребята. Вот это да, по 96? Серьезно? А что так медленно? Не-не-не, давайте таскайте. Так, давай, ну что?
одно обычное яйцо. Я не могу больше других яиц, здесь нету. Все, покупаю еще одно яйцо. Пошлите, засунем на это яйцо вот сюда в соты. И у меня будет 4 уже пчелы. Отлично, так, где? Вот, вот, берем это яйцо и засовываем. Все, отлично. Еще появилась одна рабочая пчела. Погнали, пчелки. Так, а сколько следующая пчела? 5 пчел мне надо. Вот, 5 пчел, и я смогу вот туда пройти. Круто, да. Сейчас, короче, этот. Сейчас давайте 5-ю пчелу купим, ребят. Посмотрим, сколько она будет стоить. Будем на 5-ю сейчас копить. У меня 5000 уже, в принципе, есть. И вот это, ребят, напишите в комментариях. Я вот сюда потратил билет. Что это мне дало? Конвертер какой. Так, вот это что такое? Давай вот этой дадим. Ага, вот все. О-о-о. У нее 4-й левел тоже стал. Так, а вот это если дать? Все тоже дать. Ого. Уже 4-й левел, так. Все, еще плюс 30. Пока у нее... Ой, 4-й, говорю, у нее 2-й левел. Так, и вот этой давай тоже дадим. Give somebody to base. Да, 3-й левел у нее стал. Да, вот эти, короче, штуки, видимо... Давай тоже это заюзаем. А, у меня атака какая-то возросла. Видимо, сколько-то секунд я буду... Так, поскольку... Сколько они там таскают? Вот эти две, наверное, по 104. И две по 96. Да, у них 3-й левел. Давай, 5-я пчела. Есть, отлично. Следующая пчела 10 тысяч будет стоить. Крутяк. Так, все, берем яйцо, погнали. Погнали, 5-ю пчелу поставим. И у нас будет 5 пчел. Крутяк. Вас поздравляю, ребят. У меня будет 5 пчел. Так, вот это сюда. Во, отлично, 5 пчел. Все, полетели. Полетели, все, мне вон открылась там дорога наверху. Вот давай поглядим, что это значит. Что это значит, пошли смотреть. Тут, может, я быстрее как-то добывать буду? Что за крики здесь, Это орёт? Паук! Но, есть, отлично. Еще одной пчелы. А чё она такая, она грустная что-то стала? Так, вот здесь. Ох, да, здесь по 34 сразу добываю, прикинь. Вот это класс. Еще один магазин наверху. Магазин наверху еще круче, видимо. Вот это крутяк. А где таких пчел? Ну, ребят, напишите в комментариях, где таких пчел брать всяких разноцветов. У меня пока обычные пчелы. Этот стоит, 22 тысячи. А вот инструмент какой-то, вот этот. Так, вот это 30 тысяч. Вот это вакуум. О, вакуум. Давайте вакуум возьмем. Так, это что, 14 тысяч? Это вообще непонятно сколько. Все, а теперь будем копить на вот этот рюкзак. На 22 тысячи. О, вот это у меня инструмент. Сейчас посмотрим, как он добывает. Давай смотреть. Оп, 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 30. Вот здесь 30 добывает, смотри. Отлично, отлично. О, 4-й левел. Так. Так, так, до конца, давай, 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 давай. Отлично, о! Когда до конца, видать, выбираешь, монетки дают, что ли, за это? О, да, точняк. До конца, короче, доводить, и монетки дают. Во, круто. Все, понятно. Ого, о май гаш. Так, быстрее, быстрее тут. Вот, я что-то вижу. Ох, ты что-то нашел. Ого, я залез. Хе-хе. Те, мочите, мочите, пчелы, давайте, уничтожайте. 3-й левел. Есть, хорош. Плюс 1 батл поинт, короче, 1 очко какое-то за батл дали. Так. А там наверху что? Нет, магазинов больше, больше магазинов пчел я не вижу. Где эти магазины брать пчелы, непонятно. И? Окей. Ух ты, Бомбер Би. Смотри, пчела в Бомбер Би превратилась. А что у нее тут? У нее скорость какая-то. Еще что-то у нее. Класс. Класс. Давай, давай вот эту. 3, которые будем кормить. Его. 2 тикета у меня уже есть. Вот это что такое? Я не знаю. Так, а сколько это Бомбер Би таскает? Я сейчас хочу посмотреть. 156, что ли? Серьезно? Бомбер Би, новая пчела какая-то у меня появилась, ребят. Круто. Так, 13. 13 тысяч. Ладно, все, пошли дальше. Так, как мне туда залезть? Смотри. Я могу наверх залезть.
Хорошо. Ой-ой-ой, мамочка, упал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О. Есть, отлично. Так, сейчас будем относить. Сколько у меня денег? 18 тысяч. 22 будет, интересно, нет? Так, можем пчелок пока. Во, вот это свою первую пчелу. Давай. Ох ты, блю, в синюю пчелку превратилась, прикинь. Синей пчелкой стала, класс. Но теперь есть синяя пчелка. Непонятно только, зачем она. Чего она дает, эта синяя пчелка? Ну, да ладно, ладно. Так, 22 тысячи. Да, 22 тысячи есть, все, пошли большой портфель купим себе. Ух, хорошо. Будет уже большой портфель у меня. Вон там даже рубакс как-то можно взять. Так, где портфель? 22. Сколько он? 10 тысяч он будет вмещать. Все, покупаем, ребят. Покупаем. Отлично. Все, фух-фух, вот это банка. Вот это у меня банка. Пылесос и банка у меня. Вот это крутяк. Да отстань от меня. Что ты на меня нападаешь? Ты посмотри. Сильный какой-то этот паук, реально. Смотри, как он дамажит мне. Давайте, пчелки, бейте его, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой. Он нападает на меня капитально. Ух, хорош. Промахнулся. Промахнулся. Отлично. Промахнулся. Давайте, мочите его. Ой, как хорошо. Смотри, сколько денег. Быстрее, бейте его, пчелки. Есть, завалили его. Ого, Basic Advanced. Так. Ого, вот, видите, да, ребята, дождь пошел, и просто денег куча. Не знаю, когда это бывает такое. Ох-ох-ох, собираем, 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 быстрее. Просто можно гигантское количество денег собрать, а? Успеваю? Нет, нет, не успеваю. Ай, быстро все это прошло. Ну ладно, так, а где все мои пчелы? О, вот эта штуковина хорошая. О, отлично. Взрыв. Так, а где пчелы все мои? Работаете? Да, работает. В общем, ребят, непонятно. Пишите в комментариях, как мне... где мне брать крутых пчел? Как мне их покупать? О, вот там почему они сейчас добывают? Надо сюда пойти. Ой-ой-ой, паук. Давай мочить его. О, хорош. Еще один паучара был. Короче, пишите, ребят, как мне добывать крутых пчел, где их покупать, я пока не понял. Вот, ну всем удачи.